концерта прозвучит сочинение «Черни», которое не исполнялось в Украине. Благодаря нашему конкурсу удалось достать ноты, и сейчас вашему вниманию представляется всеукраинская премьера. «Карл Черни. Концерт для фортепиано в четыре руки с оркестром. Часть первая». Исполняет лауреат международного конкурса «Студенческий оркестр Харьковского национального университета искусств имени Котляревского». Солисты, гости нашего проекта, лауреаты международных конкурсов Мария Бондаренко и Денис Кашуба. Дирижер Ирина Вербицкая.